Автомобили, на стекла которых нанесены покрытия, ограничивающие обзор с места водителя, признаются законодательством неисправными. В соответствии с ГОСТом лобовое стекло должно иметь светопропускание не менее 75%, передние и боковые не менее 70%. Если стекло темнее, водителю грозит штраф 500 рублей. За 3 дня инспекторами ГИБДД было составлено более 30 административных материалов, а с начала года таких протоколов выписано почти 3000.